клеща вытаскивается, что-то так вот ниточкой вязали его петельку и в стороны, раз, 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 ритмичными движениями, тихонечко, не дергая, туда-сюда, туда-сюда, вправо-влево. И вот так вот он будет довольно долго выходить, довольно долго. То есть это может и на час затянуться, потому что нужно аккуратно все делать, чтобы хоботок не остался там внутри вас, потому что пойдет потом зараза, инфекция. Вот так вот потихонечку туда-сюда, туда-сюда, и вытащим его. Он почти весь там был, маслом смазал подсолнечным, и поехали. С помощью ниточки аккуратненько все.